Тюмени завершился зональный турнир Всероссийской студенческой волейбольной лиги среди девушек. Участниками стали 6 команд. География богатая, от Калининграда до Западной Сибири. Победили же гости из Челябинска. Сейчас приехала команда Челябинска, университет физической культуры. Там практически все профессионалы. У них двухразовые тренировки, объем, сборы, все. Они готовят студентов под команды мастеров. Хозяйки площадки в заключительном матче добились важной победы над БФУ имени Канта 3-1. Этот результат позволил сибирячкам занять 3-е место. Хороший зрелищный волейбол показывают команды, приезжают. Здесь есть у кого поучиться. Я очень благодарен руководству ТИУ, а то, что уже на площадке проходит уже несколько лет подряд вот эти вот игры. Бронзовые медали стали пропуском во всероссийский финал, участие в котором тюменки примут уже в следующем году.